аплодисментами у нас сегодня за пультом DJ Sigma, который приглашает всех на R&B вечеринку, которая пройдет, начнется после нашего конкурса. Ну а теперь, дорогие друзья, члены жюри Андрей Резькин, активист, политик, общественный деятель и основатель и лидер общественного движения I Love Кринчук. Небольшая ремарка, позволю себе ее, дорогие друзья. Андрей Резькин сегодня отберет участников из сегодняшнего конкурса на крупнейший фестиваль в городе Кременчуг Baby Fest, который пройдет 30 апреля. Так что, дорогие друзья, готовьтесь! Участник жюри под номером 2 Максим Козьменский, организатор, активист, один из лучших R&B-диджеев Украины и просто молодой человек в белой голове. Топ-модель, владелец бренда Neighbory Hoodie, путешественница. После сегодняшнего конкурса сразу же улетает за границу. Ольга Леонова! Создатель всех топовых онлайн-сообществ Кременчуга. Богдан Луцик! Вот так, друзья, ему даже лень вставать, он привык за компьютером. Хип-хоп автор и исполнитель, у которого за плечами есть 3 полноценных альбома. И более 2 лет заседает жюри в различных конкурсах. Тарик Тристар! Мы долго думали и долго ждали его, дорогие друзья, из-за этого и произошла задержка, ведь нужно же на кого-то свалить. Чемпион множества брейк-дэнс фестивале, лучший бивой Европы, приехал к нам из Калининграда Бивой Жук! И чтобы, друзья, не быть многословными, один из членов жюри сейчас докажет свое мастерство. Давайте поддержим все вместе! Эй!